стартовала зимняя профильная школа по физике и химии среди школьников 9, 10 и 11 классов. Старшеклассники узнают там секреты успешного выступления на предметных олимпиадах и в будущем смогут применить их на практике. Мы не случайно зимнюю профильную школу решили проводить по физике и химии, потому что для нас на сегодняшний день это два приоритетных направления. Ребята, которые становятся победителями либо призерами олимпиад по физике и химии, получают 100 баллов при поступлении, вне зависимости от того, какие результаты на ЕГЭ они покажут. Школа по физике и химии, которая проводится впервые, собрала 83 школьника из разных регионов России. Я сюда пришел, чтобы подготовиться к республиканскому этапу олимпиады. Я надеюсь, что это пройдет для меня с пользой, и я покажу хорошие результаты. Я подумала, что мне будет это полезно, потому что в дальнейшем я планирую соединить свою жизнь с химией, и это интересно для меня. В течение 5 дней старшеклассники побывают на увлекательных и познавательных уроках лучших преподавателей, аспирантов и магистрантов Института физики и химического института имени Бутлерова Казанского университета. В зимней профильной школе мы будем разбирать задачи, типичные для республиканского этапа Всероссийской олимпиады, где-то и заключительного этапа, а также готовиться к межрегиональному этапу олимпиады КФУ. Школьники не только посетят самые современные лаборатории Казанского университета, но и смогут там поработать. Со старшеклассниками будет заниматься и психолог Казанского федерального. Нам кажется, что вот такие активные, мотивированные, умные детки, они должны быть еще и такими лидерами в своих коллективах. Поэтому вот такие будут занятия еще социальной адаптацией. А в пятницу ребята напишут предметную олимпиаду, по итогам которой преподаватели выберут лучшего из лучших. Организаторы поделились и тем, чего ждут от юных физиков и химиков. Мы очень надеемся, что именно эти ребята станут победителями, призерами республиканских олимпиад и нашей межрегиональной предметной олимпиады. И, конечно же, в будущем студентами Казанского федерального университета. Помимо постоянных лекций и занятий, эта школа поможет ребятам обрести не только новые знания, но и друзей. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.